В Оренбургском драматическом театре сегодня аншлаг. Несколько месяцев актеры тщательно готовились к этому моменту. Бесконечные репетиции, десятки дублей и полное погружение в свои роли. В общем, было сделано все, чтобы зритель проникся атмосферой классического произведения на все 100%. Проникнуться атмосферой русского классика пришли оренбуржцы практически всех возрастных категорий. Еще бы, ведь в этой постановке режиссер сознательно изменил концовку, добавив немного драматизма. Не хочется заранее раскрывать все секреты. Трагичный я имел в виду не значит, что апокалипсис, конец света, для отдельного человека, наверное. Вот чем закончится, вот хотелось бы, чтобы люди пришли, посмотрели, и я уверен, что будут люди, которые не согласны, может быть, с этой точки зрения, но есть уже ряд зрителей, которые поддерживают именно эту точку зрения, именно этот финал. Постановка совпала с бенефисом народного артиста Андрея Лещенко. Актеру послезавтра исполняется 70 лет. Впрочем, по словам юбиляра, порох еще есть. Хочется ли выходить к зрителю? Хочется. Еще не остыл. Вы знаете, наша профессия, что присытилась, надоесть, этого быть не может. Если, так сказать, уже присытилась, то надо тут же подавать заявление. Так у нас принято. Вот, так что пока силы есть. Кстати, актеры и актрисы, чтобы с головой вжиться в роль, перелопатили несколько произведений непревзойденного классика. Даже с многими произведениями, которые ходят вокруг этого произведения, старалась более-менее ознакомиться. Мне очень нравится Островский, очень нравятся его и другие произведения. Попробовать себя в классике, в Островском, в этом произведении, в «Талантах и поклонниках», я очень рада, что я здесь. Между тем, зритель остался доволен. Говорят, все новое, хорошо забытое старое. И такие произведения будут актуальны независимо от количества пройденных лет. Молодежи как никогда нужно посмотреть, особенно нам, подрастающему поколению, всем абсолютно. И я считаю, что это, в принципе, спектакль подойдет для людей любой возрастной категории. В общем, как ни крути, но по завороженным глазам и улыбкам зрителей, очевидно, задумка режиссеру Александру Федорову удалась. А это значит, что у оренбургских талантов появились свои новые поклонники. Иван Мир, Константин Воробьев, «Наше время».